крякают, наверное, это утки. So, такой тихий-тихий калифорнийский вечер. Я сижу специально, чтобы запечатлеть звуки поезда, который проезжает недалеко от нас. Здесь город Сан-Пабло. Это через мост от Сан-Франциско. И мне просто ужасно нравятся звуки поезда. Он где-то ходит, наверное, через каждые 10-15 минут. Это такой вид электрички. Поезд идет, ходит в Сан-Франциско и обратно, в общем, в нашу сторону через мост. И звуки этого поезда, эти гудки, мне очень-очень нравятся. Я не знаю даже почему. Какая-то ностальгия, может быть. Все время так. Ту-ту! Я не пойму, почему утки летают туда и обратно. И самолеты летают. Кажется, опять поезд приближается. Да, вот это звуки этого поезда. Тихий, спокойный вечер, небо ясное, немножко облака. Сегодня был солнечный, теплый день.
Окей, спокойной ночи, друзья.